Всем привет, я Алексей Кафанов. Наткнулся тут в интернете на украинского философа современного Андрея Бауместера, профессор Киевского университета. Очень толковый дядька, очень образованный. Я не знаю, там вроде какие-то есть у него и сведомитские закидоны, я вот еще не всматривался, но вот по вопросам классической философии и вопросам современности, весьма таким важным, глубоким, он очень интересно, глубоко мыслит, и интересные у него каналы на ютубе. Но вот что я хотел подметить. У него два канала, русскоязычный и украиноязычный. На украиноязычном 10 тысяч подписчиков, ну как на моем канале, кстати, 10 тысяч подписчиков, 222 тысячи просмотров. На русскоязычном 281 тысяча подписчиков, 30 миллионов просмотров. То есть, ну просто, ну, на порядок больше, гораздо больше русскоязычных подписчиков и просмотров. Да, мне могут сказать, что русскоязычный канал создан гораздо раньше, в 2011 году, а украинский всего-навсего в 2021, но это лишь подтверждает мою мысль. А мысль моя такая. Житель Украины становится способным глубоко, интересно мыслить на важные темы, лишь вернувшись к русскому языку. И автор канала, украинский философ Андрей Бауместер, прекрасно это понимает. И поэтому украиноязычный канал создал совсем недавно. Не было спроса. Что он сам хотел этим сказать, я не знаю. Я ему своих мыслей не приписываю, но своим действием и откликом на его действия он подчеркивает, что когда украинец начинает думать по-русски, он интеллектуально и духовно растет на много голов. Да, конечно, у самого Бауместера до хрена публикаций на украинском языке. Он там преподает, он издает на украинском языке. То есть терминологический аппарат украинского языка позволяет рассуждать на философские темы. Но народ украинский не готов это воспринимать на мове ридной, а только по-русски, потому что мышление украинца сведомого не позволяет глубоко мыслить. Вот такое наблюденец. Все, пока.